Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ по одному из предметов перед поступлением в ВУЗ уже в этом году. И вот, впервые пересдать один из предметов ЕГЭ по новому порядку 4 и 5 июля решили около 1000 тверских выпускников. Такие данные сообщили в региональном министерстве образования. Напомним, что в этом году у российских выпускников появилась возможность пересдать один любой предмет, если полученные баллы их не устраивают. Отметим, что пересдачи 4 и 5 июля возможны только для выпускников нынешнего года, за исключением тех, кого удалили с экзаменом за различные нарушения. Пересдать ЕГЭ они смогут только в следующем году. 4 июля пересдают иностранный язык письменно, информатику, обществознание, русский язык, физику и химию, а 5 июля – биологию, географию, иностранный язык устно, историю, литературу и математику. Результаты экзаменов станут известны в течение недели. Но есть нюанс. При пересдаче первоначальный результат аннулируется. Выбрать лучший из двух будет нельзя. Школьников, которые хотели бы улучшить свой результат, в этом году 948. Самый популярный предмет для улучшения результата – это обществознание и информатика. Обществознание выбрали 286 человек, информатику – около 200. Уже сегодня ребята сдают информатику, обществознание, математику, химию.